В Министерстве внутренних дел Тувы подвели итоги профилактического мероприятия «Жилой сектор». Цель – стабилизация криминогенной обстановки в жилом секторе, выявление превентивных составов преступлений, административных правонарушений, спиртосодержащей жидкости и других. Отмечается, что в рейдовых мероприятиях приняли участие более 90 сотрудников органов внутренних дел, а также 12 представителей общественности и местного самоуправления. У нас в рамках операции «Жилой сектор» ведется рейдовое мероприятие. Как у вас дела? Сотрудниками полиции выявлено и раскрыто 16 преступлений, в том числе кражи, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Всего в ходе мероприятий по месту жительства проверено 219 лиц, состоящих на профилактическом учете. 11 иностранных граждан, на профучет поставлено 12 человек. Сегодня у нас проводится рейдовая группа именно по неблагополучным семьям. Сегодня, значит, запланировано было к вам, так как дети у вас находятся в приюте, ваши дети. Сколько у вас детей? 4 детей, да? И в приюте находятся с какого месяца? Дети находятся с июля месяца. Как у вас сейчас положение в настоящее время? Когда собираетесь детей забирать? Также в ходе рейда полицейскими проверено более 80 торговых точек и так называемых адресов. Изъято из оборота около 40 литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечены 12 продавцов торговых объектов.